Всем привет! Наконец-то у меня появился прекрасный помощник – кондитерский аэрограф. Очень удобная вещь при оформлении тортов. С его помощью можно легко и быстро окрасить любые сладости в нужный цвет, создавать переходы цвета, наносить рисунки через шаблоны и так далее. И огромный плюс – расход красителя сводится к минимуму. Например, для окраски целого торта понадобится всего лишь одна капля гелевого красителя. Очень коротко я расскажу об аэрографе, а ссылку на магазин, где я его приобретала, я оставлю в описании. У этого аэрографа стандартная конструкция, сопла 0,3 мм, объем емкости для краски 7 мл, мягкий спусковой курок, в руке держать его удобно. Крышка, к сожалению, закрывается неплотно. На работу аэрографа это не влияет, но стоит об этом не забывать. В комплекте идут пипетка, ключ и запасной переходник для шланга с подачей воздуха. Также в комплекте мини-компрессор с автоматическим отключением, не сильно шумный, что меня порадовало. Шланг подачи воздуха довольно длинный, 1,80 м, это удобно. Его присоединяю к аэрографу. Также есть удобная крутящаяся подставка, держатель для самого аэрографа. Во время работы она пригодится. И резиновые противоскользящие ножки. Подключаю компрессор к сети. Нажимаю кнопку включения и можно работать. Красители можно использовать специальные для аэрографа или любые водорастворимые, и сухие, и гелевые. А вот кондурины использовать нельзя, так как мелкие их частички могут забиться в игле, и аэрограф придет в негодность. Вместо кондуринов можно использовать гелевые блестящие красители. В небольшом количестве воды разбавляю немного красителя. Интенсивность цвета можно проверить на бумаге. Заливаю краску в аэрограф, закрываю крышкой и можно начинать. При нажатии на круг начинается подача воздуха, а при оттягивании курка подается краска. Чем больше натягиваю курок, тем больше краски подается. Таким образом контролируется желаемая интенсивность цвета. Итак, первый вопрос, который у меня возник после приобретения аэрографа, был такой: какой же крем можно окрашивать на торте с помощью аэрографа и на каком креме можно будет использовать шаблоны? Теоретически на любом, но давайте разберемся. Для эксперимента я приготовила 4 вида крема. Белковый, итальянская меренга, белково-масляный, крем чиз на масле и масляный ганаш на белом шоколаде. Рецепты всех кремов вы найдете в описании под этим видео. Все крема я буду наносить на пенопластовую поверхность. И для удобства и наглядности я подписала, где какой крем будет находиться. Поочередно наношу все крема длинной узкой полосой. Сначала пробую окрасить свеженанесенные крема. Все виды крема легко окрашиваются, краска не скатывается. Оттенок голубого получается разным из-за желтизны в самом креме. Но на свеженанесенный крем использовать шаблон, конечно, не получится, так как он будет деформировать покрытие. Поэтому отправляю все крема в морозилку на 20 минут. Точно так же и с тортом. Если будем использовать шаблоны, то торт нужно подморозить, чтобы покрытие стало стабильным. Прошло 20 минут, все крема хорошо подморожены. Меренга, конечно, осталась мягкой. На каждый крем креплю шаблон из бумаги и начинаю наносить краску. Меренгу шаблон достаточно сильно деформировал. Считаю, что этот крем можно окрашивать из аэрографа, но без шаблона. Его плюс – идеально белый цвет и минус – излишняя мягкость крема. Зато с другими кремами, если хочется что-то исправить, то можно сделать даже вот так. Пока крем подморожен, краска лежит просто на поверхности и ее можно частично убрать. С крем-чиза краска снимается только частично и остается мазня. С ним так лучше не делать. Повторно использую шаблоны и получаю вот такие результаты. На мой взгляд, лучше всего показал себя белково-масляный крем. Рисунок на него наносится четко. В случае ошибки ее можно исправить. И он не потрескается на торте, что вполне возможно с ганашем. Ганаш априори не использую для финишного покрытия. Но в элементах декора это вполне возможно, поэтому он участвует в сегодняшнем эксперименте. На втором месте крем-чиз.
На мой взгляд, он проигрывает из-за того, что ошибку на нем будет справить сложнее. И на третьем месте меренга, так как слишком мягкий этот крем, и его можно будет использовать только без шаблонов. Если вы используете аэрограф в своих работах, то поделитесь в комментариях, какой крем ваш любимый под аэрографию. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, впереди еще много интересного. Пока!